Хогвартс наследие. Здорово, ребят, всем. Так, у меня какие-то дела есть с гоблинами. Это гоблин Дик под столом у него был. Так. Дополнительные занятия. Классно. Люблю дополнительные занятия. Так, короче, сейчас пойдем за палочкой. За травкой и за палочкой. Блин, 5 минут она потратила на то, чтобы сказать: идите с этим челом за палочкой. Блин, как не хватает озвучки вообще. О! За шо? А тебя чё волнует, за шо? Просто я быдло из Слизерина. Какая мейн цель? Да никакой, вообще никакой, абсолютно никакой. Мы пришли учиться в школу. В данный момент из-за инцидента с драконом мы потеряли все принадлежности. Палочку, какие-то зелья, рецепты, нам надо это все купить. Ой, привет, спасибо за беспокойство, я Крисида, и у меня, к сожалению, неприятности. Поймать, короче, страницы. Вот это да, погнали ее книги ловить. Но мне кажется, это должно быть легко. Просто нажимать 4 надо будет. Как насчет вознаграждения? Могла бы заплатить мне за потраченное время, если, конечно, не хочешь, чтобы одноклассники узнали, что ты на самом деле о них думаешь. Ну нифига себе, я работал вообще-то. Ты ошибалась, давай бабки. You next, да мне посрать. Давай бабки. Все, блин, свободно. Слизерин момент. Не, ну ребят, ну согласитесь, все по факту. Она не могла, я смог. Труд должен быть оплачен. Жесть. Ой, как они появляются, маги. Не, ну локация симпотная. Видите, хочется смотреть вокруг, а не субтитры, да? Блин, сейчас бы он... шептал мне на ушко что-нибудь приятное, а я бежал, смотрел. Не, локация балдежная. Интересно, ну, можно ли куда-то убегать? Ну, судя по забору, наверное, нет, да? Или что? Блин, ну мы потом это попробуем. Так, а вот и городок. Как он назывался? Хогсмид. О, котик. Опа, опа, насквозь прошел, потому что я маг. Понятно? Here, take it. Так, легкая светло-коричневая. А, я могу немного доработать ее. How intriguing. Ну-ка, давайте подумаем. Во, длина 11,5 дюйма у меня было. Не, у меня твердая палочка будет, точно. Меня, честно говоря, знаете, что вот пока напрягает? Честно, что не хочу держать в себе, хочу высказать. Блядь, диалоги ради диалогов. Просто пустое, вот это вот. Блядь, заходишь купить, сука, травочки. Мне просто трава нужна. Зачем ты мне... Зачем ты мне столько воды-то льешь-то, господи? Каждый торговец... Зачем? Я зашел купить просто 2 пота. Зачем столько воды мне лить? Ну, при всем уважении, при том, что я даже скипнуть это не могу. Я просто... мне интересно. Я хочу проникнуться в лор. Ну, ебать, они просто воду льют, они даже не про... вообще не все. Я делаю зелье, самые лучшие. Мы, кстати, вас послала мадам Уизли. Кстати, она вот... Да я в курсе, что она меня послала. Что она меня послала-то? Ёптудей. Дай мне это и пошел нахер. Ну, при всем уважении, ребят. Не хочу портить атмосферу. Ну, прям вот у меня... Вот это прям не могу, хочу высказать. Ну нахрен мне этот диалог ради диалога-то, ёб твою медь. Расскажи интересное что-то, какого хуя на нас дракон напал, ты знаешь? Нет, ну все, блин. Вот если бы он про дракона что-то рассказал, я с удовольствием бы послушал его. Нахрен ты мне это рассказываешь, блин, со своими зельями, блин, козел. Я с Слизерином, мне вообще посрать на тебя и на твои чувства. Опа, сюда, блин. Так. Мне нужны семена. Дай семена. Да, это я. Семена, дайте, пожалуйста. Это мой магазин, волшебная брюква. Отлично, дайте семена, пожалуйста. Понятно, понятно. Семена, дайте, пожалуйста. Да-да, я же за ними-то и пришел, конечно. Дайте семена, пожалуйста. Во, экшон пошел. Тихо. Убиваю девочку какую-то, и мы ее спасем сейчас. Ети, тролль! Но нахер. Бля, ну почему он не попал-то ни в кого? Во, экшен попер. А где у нее, черт подери, охрана какая-то, блин? Они ноль урона ему наносят.
Away from the building и побежали в узкий проход. Класс, класс. Я не знаю, кто больше урона в итоге нанесет, тролль или мы. Люмос, Люмос не сработал. Заклинания дамажить будут? У нас пока нет дамажащих заклинаний. Но это первый бой. Етит, я просто превратил его в ничто. В говно летающий. Это первый моб вообще. Это вообще первый встретившийся моб. Может быть, какие-то спылы появятся, огнемет, молния, знаете, как в магике, будем кастовать, там, типа, комбинировать. Не, выглядит прикольно. Опа, успел, по-моему. Я успел. Вот так баги открываются. Сейчас, ребят, я бы скипнул что-нибудь, сейчас бы... Опа, шляпа, человек в шляпе. Пойдем посмотрим, идите, у него шляпа. И тут, чисто случайно. Как же мы удачно подслушали диалог. Ну, надо рассказать срочно. Телефон, мат, позвонить. Так, позвольте. Никто не заметил, а ты вот взял и... То есть какие-то черти, блин, зашли сюда и так просто разгуливают. Где полиция? Он до школьников докапывается или что? Жесть. Да, у нее есть яйца. Согласен. Нормально она. Блин, а в итоге профессор Фиг, он либо марионетка, знаете, либо он как, ну я уже вчера эту мысль высказывал, как Один в Слоке, да, то есть он типа его водит за нос и заставляет ему что-то открыть. Это тогда объяснит то, почему он так беспечно вообще относится к этому делу, то есть не привлекает особо других людей, просит меня подготовиться вместо того, чтобы, ну там... Знаете, это как было, как в оригинальном Гарри Поттере, да, когда... Со Снейпом, да, вот эта история была, что типа он злодей и так далее. Как здесь с Блэком сейчас. То есть Фиг не хочет Блэку ничего говорить. Нам пишут письмо, что Блэк настоял. И как окажется, что Фиг на самом деле это вот тайный злодей, а Блэк наоборот, типа, хотел что-то помочь там. Ну пока, короче, мысли так, мысли. Вдруг попаду в жопку. Ребят, палочкой, очень важно правильно управлять палочкой. Инсидио! Так, короче, а я тебе могу доверять. Наконец-то у него в голове вот этот вопрос возник. Потому что мы реально какому-то челу, который знаем один день, все прям рассказываем, доказываем. Но мы ему скажем, будь осторожен. Читальня. Вхожу в твою читальню, давай. Покажи, что там у тебя. А какого хера я так умею? Мне кажется, наш персонаж даже нам что-то не рассказывает. Поварская книга. Так. Это те ребята, которые уже оставляли кусочек знаний в начале. Видимо, мы по ходу игры будем стоп находить вот эти места. И в конце концов поймем, что они нам сказать хотели. Нету воды, пить нечего. Давай, сделаем им водичку. Дождилябрус. Жесть, как же они водят своими палочками. Как же процветающее место теперь здесь. Блин, а ребенка не вылечить, а? Он еще и на палочке такой молодой. Вот козел, да? Ну отомсти ему. Не вылечил ребенка, братика твоего. Что-то ни ответа, ни привета, что-то и ушла. Ха. То есть, короче, какая-то девочка... Мне кажется все-таки, что случилось что-то с брательником. Ладно, потом. Вот стукач вонючий, а, этот пирс. There was nobody else. I came alone. О, ну все, блин, ну братюня мой теперь. Етит, понимаете, за что хотят, вообще чем ему грозят? Тем, что расскажет его дядя, что ваш племяш
после отбоя в библиотеку пришел. Да я бы не знаю, если бы я в детстве, мне кто-то сказал, родителям моим пожаловался, что я после урока в библиотеку пришел, мне бы сказали, ни хрена себе, красава. А чё они, блин, в компьютерный клуб опять? Так, по поводу диалога. Кто не следил, не читал, не знает английского, не видит субтитров, ребят. Короче, мы увидели воспоминания, в которых 4 руководящих Хогвартсом человека пришли в какую-то деревушку, засушливую и умирающую, очевидно, и восстановили ее, немного оживили. Но при этом не заметили братика какой-то девчонки, который вот явно намекали нам на то, что она хотела, чтобы они что-то сделали. Но они типа, ну, этот момент пропустили. И спустя какое-то время она в итоге поступила в Хогвартс, я так понимаю, и она была одним из тех, кто тоже видит древнюю магию, как и главарь Хогвартса в то время. После того, как они это ей подтвердили, она что-то хитро улыбнулась и ушла. И это как бы, я так понимаю, мы кусками будем получать информацию, и кто-то нам хочет дать эту информацию, что произойдет и что нам нужно сделать. Вот получая постоянно вот эти воспоминания. Ну, пока ни хера не понятно. Ну, точнее, все понятно и ничего не понятно. То есть ничего как бы нет, но все понятно. Ну и мы тоже видим магию эту, соответственно, древнюю. Нам супер много заданий каких-то открыло, смотрите. Ё-моё. Но нам нужны скрещенные палочки сначала. Хочу скрестить свои палочки в 3-м раунде. Кому? Ну чё, кому чё, обоссались все? Давай, давай, кто? Кто, кто? Ну давай ты будешь. То есть я должен... Они реально багнутые просто. Они багаются каждый раз. Чё они стоят АФК-то? Главная победа. На колени, щенки. 1-4. Да если не каждому, в смысле, ну кто-то же побеждает, это же дуэль, блин, в смысле не каждому, если кто-то дерется, значит кто-то побеждает. Это только начало, я вас всех тут разъебал. Давай, давай, что за приз там, пивко какое-то, рыбка может? И что это? Что за символ? Слушай, братан, мне так посрать, честно, приз давай. Облачение чемпиона скрещенных палочек. Давайте посмотрим, как чемпион скрещенных палочек будет выглядеть. А, это просто скин, это даже не шмотка. Так это ж не онлайн-игра, мне перед кем мне понтоваться-то, алё? Нахрен мне скин? Нахрен мне скин, мне нужны бонусы какие-то. Я же даже это никто не увидит, если я один играть буду. Ух ты! Прикольно. Так видно мой чемпионский набор. Возможно, это она. Не, мне кажется, я стильно выгляжу. Я бы чувствовал комфортно себя в таком, с таким внешним видом. Какую-то бабулю надо спасти. Блин, опять 2-1. Жесть. Ну, подкачанный ученик попался, бабуля. Поздравляю вас. Бля, я не могу не ответить, скучновато как. И чё? Ну, блин, очевидно, зажечь их хочется. А, да это просто не повезло. Как красиво. Это то, о чем она говорила, что никто не мог разгадать. Ну что ж, было несложно. Реально, блин, я понимаю, конечно, что это игра, но просто представьте. Бля, стоят чаши с углем. Как же нам их поджечь? Добро пожаловать в мой сад. Вот вам немного травки для начала, для настроения. Чеснок. Профессор Чеснок. Чемпион, дуэлянт, это я. Блин, и мне кажется, я круто стал выглядеть. Так, пельмени в уши. Блин, а заранее нельзя было все инструкции дать? Как мы это услышали-то? Магическим голосом каким-то? Ухом? Быстрые уроки, кайф, да? Прикиньте, в школе так приходишь на урок математики и такой: сегодня таблица умножения 7 на 7, 49. Красавчики, спасибо.
проходить на следующий урок. На что-то влияет выбор фракции? Да, ты спишь на параше, если ты, допустим, пуффендуец. А если ты слизеринец, у тебя очень красивая комната. И хорошие соседи, которые не шумят. Метла есть? Метла у пуффендуйцев, они работают как раз-таки. У нас пока нет. Бля, опять сайд-квест. Ну давай, что тебе надо, очкарик? Давай, давай. Хотя я тоже очкарик, поэтому не может. Блин, такое ощущение, знаете, столько квестов. И заметьте, все квесты у изгоев. Абсолютно все. Абсолютно все. Нету ни одного квеста, связанного с каким-то обычным учеником. Каждый квест нам дает какой-то загнобленный ученик. И фишка в том, что мы можем им нахамить. У меня такое ощущение, что в конце мне могут сказать, что ты типа мразь тотальная. Типа мне скажут, окей, что ж, тебя никто не любит. Вот так ты прошел игру. Потому что, ну, я сомневаюсь, что так будет, но просто к чему это? Каждый квест с загнобленным челом, и в каждом квесте мне предлагают его гнобить дальше. Чувствуете, да? Типа я могу смеяться над ними, не отдавать им шары. Сколько раз зашел на разные стримы, до сих пор не увидел ни одного боя. Они еще и в игре есть? Да, есть. Но эта игра не про бои, да, это верно. Да про вот эту тему, понимаешь? Вышел во двор, вдохнул вот этого магического воздуха, побежал искать трусы, которые потерял какой-то неудачник. Етить. Ну жесть. То есть реально над этим челом смеялись, что ему как бы, ну, страшно было, да? Ну что ж, спасибо за наводочку. Бля, мне страшно, что они реально вот прошлая девочка и этот, они покончат жизнь самоубийством. Я не хочу брать такой груз ответственности. Помните Life is Strange? Там тоже было неожиданно, так что надеюсь, тут такого не будет. Да? А вот так вот как тебе, говно? Короче, сюжет вкратце. Мы вот полетели в школу, дали нам какой-то ключ, мы его открыли, дракон напал, мы полетели вниз, охренели, взяли ключ, нас телепортнуло, мы поняли, что главный герой обладает какими-то драконьими способностями, древней магией, короче, он может ее видеть и использовать. Мы начали собирать по крупицам какие-то воспоминания, нас привело это сначала там в храм, мы увидели часть, потом вот недавно привело в библиотеку потайную, где мы увидели еще часть видений, воспоминаний, и мы вот продолжаем по ним идти, то есть между этими воспоминаниями, по сути, какого-то ключевого момента нет, то есть чисто, о, воспоминания, окей, иди подкачайся, и мы пойдем в следующее место, вот пока так идет. Последние остановились на том, что увидели в воспоминаниях какую-то девочку, которая училась в школе, которая как-то ехидно улыбнулась, когда узнала, что она тоже обладает такими знаниями, и все. И мы вот пока ходим в книге, которую мы нашли рядом с своей спиной, не было двух записок, соответственно. Вот тут мы сейчас ищем, непонятно зачем. Но что-то там есть, наверное. Етить их тут, вы чё, блин? Что-то я не понял, что так много, а что так мало урона? Комбинат набивай, ребят. Соточку сейчас набьем. Ваш ачивку дадут какую-то. Есть ачивка, лол. Я так и знал. Батя, как же он не жмет X? А зачем мне жать ульт на помойного моба? Нихера себе, Сквидвард. Слушайте, а что если я туда пойду поплавать, как думаете, что будет? Ну-ка. Выглядит безопасно. Если бы этот кальмар был опасен, ребят, неужели вы думаете, что он бы рядом с Хогвартсом находился? О, а это тот же самый чел, он что, постареет, что ли, к фильму? Безголовый, как его там? Или это другой? Че он тоже как мы выглядит? Блин, будь это реальная жизнь, наш главный герой стал бы вторым таким призраком, очевидно. Потому что, ну, типа, он говорит, что его там лишили головы просто мгновенно. И мы такие, ну, отлично, мне 15 лет, я пятикурсник, я знаю целых 3 заклинания. Let's go, baby, туда, ага. Это лес, вроде сумрачный, какой-то зловещий, а вроде прикольный. Ничего зловещего не вижу пока. Может, в кустах где-то какой-то чел дрочит? У меня было так в детстве. Ну, в смысле, не я дрочил, а типа чувак в кустах. Может, он срал? А, кстати, было один раз чпокались в лесу, где я бегал. Где я бегал 10 км, короче. Ой, 10. Переборщил. У нас с пиздежом. 5 км, где я бегал по лесу, там чпокались иногда в лесу тоже. Бля, жизнь насыщенная так. Ну, слушайте, лес тоже атмосферненький такой, напряжно. Не хочется паучка встречать никакого. Но я думаю, нам надо самим напасть на паука.
20-й левел, чего, блин? Я лутал абсолютно все, я 14-й. Кентавры. Ну, кентавры, надеюсь, нас спасут от пауков, если что. Блин, тут точно мамка вылезет. Вы думаете, что я за мразь, да? Пришел в дом пауков, начал убивать их детей. Красава, блин. А они ведь поедают каких-то вредных насекомых наверняка здесь. Которые, если бы которых они бы не поедали, и лес бы погиб. Что-то они как будто специально охраняют. Может, мамку свою? Ну, это даже папкой... А, классно, да? Пока мне катсцену показывали, меня пауки убивали, да? Отлично. Ну, вроде получается, нормально. Мы причем играем на максимальной сложности. Есть ощущение, что если бы я не прокачивался, было бы душновато, да? Слишком много выстрелов бы пришлось сделать. Так, мы сейчас какое-то опять воспоминание увидим. Ух ты! Я в сфере, смотрите, угар. Кайф. Опять само, да. Талант? Это называется талант, ребят. Типа просто взял кастану. О, босс-файт какой-то, смотрите. Блин, ну только не опять с тремя, го один на один. А, это четыре этих апостола. Только пришел один из них. Ваша связь с древней магией открывает таланты. О-о-о. При каждом новом уровне вы получаете одно очко талантов. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать. Ну, наконец-то. Ну, ё-моё. Ну, да удожили. Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с пятого уровня. У меня уже 15-й, если что, чат. Если вы пропустили, не вдруг. Белый перекат топ. Ну, давайте возьмем его тоже. Просто для визуала. Ну, идите, я ни хрена себе маг. Что творю уже, вообще, посмотрите. Что такое? Боевая арена темных искусств. Сражайтесь с волнами врагов на этой боевой арене, используя непростительные заклинания Авада Кедавра, Империю и Круцию, а также вызывающие заклятие Конфринго. В дополнение к своим уникальным разрушительным эффектам, непростительные заклятия пробивают все щитовые ядра. Так у меня нет этих спылов пока. А как я? А что я буду делать? У меня спылов этих нет. А, момент из трейлера. Ого. Волна 1. Я не увидел, что мне спылы поменяли. Ого. Я сначала подумал, что я своими спылами. Чего? Что, ждать, пока Авада Кедавра, что ли, перезарядится? Да как? Блин, Авада Кедавра, да, топчик. Но такой кулдаун большой. Авада Кедавра надо как-то все... Это что, не конец, что ли? Охренеть. Блин, надо было тролля за себя брать. Я не увидел его сначала. Блин, ну просто рандомно залетает откуда-то и все. Не, слушай, нормально. Но я сюда андерлевелом пошел, мне кажется, жестким. Это чемпион дуэлей. Да, но это, как вы видите, это тоже рядовая дуэль 1 на 9 плюс 2 тролля. Но мы сюда вернемся. Это дуэльки прикольные. Хотя, знаете, мне даже хочется еще попробовать, но я не вижу способа их быстро убить вообще никакого. Такое ощущение, что мне надо быть чуть подкачанным, и у меня должны быть таланты вот на эти экспелиармусы, патреги и так далее. Если будут таланты, то там тогда есть шансы. Ну, и сейчас и тоже есть шансы, но вы видите, даже если я просто спамлю перекаты бесконечно, выглядит, ну, такой, без шансов, все равно попадает с пылом на меня. Не, этих спылов у меня нет, чуваки. Это как бы мне дали на арене попробовать. О, на метлах сейчас полетаем, походу. Дворы подметать? Да не, летать буду. Вот, надо, я надеюсь, в этой очко пролетать надо будет.
Ну понятно, я какой-то мега талант, у меня все получается, у меня какие-то подкорки с пылы древние, я всех в дуэли делаю. По идее, в конце игры я должен быть каким-то жестким типом. То есть меня как-то должны перенести и сказать, вот это был он на самом деле. Блин, прикольно, если бы было на время что-нибудь, знаете, соревноваться с друзьями там и так далее. Что делать с яйцами на метле? Поджимать? Даже мертвую петлю делаю. Не могу сделать, не делает. Ладно. Не делает мертвую петлю, ребят. Бля, все меня хвалят. Вообще всем я нравлю. Все меня хвалят. Даже не то, несмотря на то, что я веду себя как мразь. Все хвалят. Все одноклассники. У вас вот в школе, помните, чтобы новичок пришел, все такие, блин, ты такой классный, братан. Слушай, у тебя так хорошо получается. Все тебя гнобить должны. Ты новичок. Типа пальцем показывает там. Типа хихикает у тебя за спиной. Ставь плюс, если было как в Хогвартсе. У кого так было, ребят, плюсуйте. Типа приходишь... Девочки к тебе, блин, ты такой классный, помоги мне учебники донести, блин, у тебя такие мышцы, помоги мне трусики снять и так далее. Вот у кого такое было? Наверняка у каждого. О, нифига себе. Сквозь этих нельзя пробежать. Это что, магия какая-то? Это первые, если что, люди, через которых нельзя насквозь пройти. Не понял. О! Привет. Incantation is confringo. Почему конфринга, а Z на экране? Я что-то не понимаю. Почему вслух не проговариваешь заклинание, когда кастуешь? Ребелио! Эванеско! Слушай, так лучше, реально, прикольно. Спасибо большое за совет. Спрятанькунька. Это моя руба будет, в которой я буду все грейды вот эти ставить, как в трейлере-то нам показывали. Все, я понял, понял. Это вот здесь я смогу наконец-то поставить свою зельеварку, свою теплицу и все остальное. Что пищит? Ну, что-то в комнате пищит. Я откуда знаю? Я думаю, тебе живут тут. И что мне надо? Это большая часть игры, в которой я никогда не был профессионалом. Вот моя самая слабая сторона — это декор, черт возьми. Так, блядь, стену украсил. Теперь пол. Я попрошу Настю сделать красиво, ребят. Все нормально. Да я не знаю, что звенит. Я как только эта комната моей станет, я нахер уволю этот звонок. Бля, кто звенит-то, сука? Ой, сейчас Авада Кедавру тебе сделаю. Кто звенит? Да я не знаю, кто звенит. Какая тварь, сука, звенит. Справа в колоннах звон. Сейчас мы его уничтожим. Где ты, сука? Да где этот... Сука, чё звенит? В моей комнате. Ой, блин. Ну ладно. Ладно, пусть звенит. Я позволяю этому звенеть. Да нет, это вот летает. Звенит, сука. Надо бежать отсюда, короче, скорее. Сука, я надеюсь, выйдет мод на удаление этого звона. Да сука ты! Ну кто звенит-то? Сука! Бля, я больше никогда не зайду в эту комнату, если звон не прекратится. С какой наружи снич? С какой наружи? Почему он звенит тут, если снаружи? Как снаружи-то? С какой наружи? Вот снаружи, так, давайте, где он? С какой наружи-то, ё-моё? Бля, чуваки, у всех звенит? Или только у меня? Меня уж бесить-то чё? Сука, кто первый написал, что звенит? Я даже не замечал поначалу. Нафиг он звенит-то, блин? Звенит-то зачем? Чтоб с ума я сошёл, что ли? Вингардиум левиоса. 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 Все же видели этот мем, да? Нет, покажи. Ну, в смысле? Да вы гоните. Серьезно, кто-то, ну, типа, я думаю, вы прикалываетесь. Удобная быстрая метла. Так, посмотреть, вот, посмотри. А со штыком таким на сидушке есть? То есть мы будем выполнять задание этого чела на скорость, и он нам будет улучшать метлу. Класс. Не, прикольно, я согласен, да. Соревнования я люблю. Так, и как достать свою метлу? Блин, летать мега неудобно на клавомыши, это жесть какая-то. Так, это вот царевы, да? Блин, как неудобно, чуваки, это жесть. Попривыкать надо, попривыкать.
Типа мышка вверх не двигается. Я как пьяный какой-то. Да ё-моё, да господи, нет, я проиграю. Но со второго раза я точно выиграю, ребят. Путь-путь-путь. Так, и чё? Я победил? Так, ну и чё, у неё какой результат? Давайте смотреть. Мне не нужно твое уважение. Ты вообще кто? Опа, я не первый, в смысле? Ну-ка, давайте переиграем. Почему я так медленно в начале лечу, я не понимаю. Ну я в начале что-то медленно как-то летел. Как переиграть? Блин, никак, видимо. Ну, надо сделать, надо первое место взять. Я, кстати, рано сдался. А, не рано, я не успевал тут никак. Хотя не, рано сдался, я походу успевал. Я даже лучше, чем в прошлый раз почему-то прилетел. Как я прилетел лучше, чем в прошлый раз? Я просто встал. Так, ну-ка. Сейчас точно будет топ-1. Ну и чё ты встаёшь-то? Вообще, чё происходит-то, ё-моё? Типа у него как-то топливо кончается или чё? Да не-не-не-не, нормально. Я по такой траектории вообще чумовой лечу. Я вообще не могу поверить, что это, ну, типа, не топ-1 резалт каким-то образом. Ну как он настолько впереди? Вот, ну как это возможно? Ну как? Все шары собрал, всё ускорился. Ну, такое ощущение, что можно на неулучшенной метле пройти. Начало как-то странно выглядит, он дважды встает. Ёб твою мать. Проехал мимо этой залупы, ты серьезно, блин? Я просто промахнулся мимо залупы. Ладно, сейчас, секунду, еще разок. Че за прикол, блин? Что это за говно собачье? Ну вот это один пропущенный, наверное. Сука, а? Вот сделали гонку, да? Твари, ну-ка дай-ка еще раз. Почитай, что такое апекс поворота и как правильно его проходить. XDT. Да-да-да, зайди, пройди гонку, потом пизди, понял? Сейчас мы его сделаем, блин. 0,04, значит это прям вот... Реально все. На, сука, апекс поворота прочитай, блин, иди сам читай. Читай для лохов, типа тебя, понял? А я дело делаю, блин, беру и делаю, пока ты читаешь там, блин. Все, блин, следующий. Фу, нормально. Я не понял, что я сделал иначе, но, возможно, я применил апекс бритья. Нормально, славная гонка. Не, мне нравятся такие моменты в играх. Знаете, вот эти всякие гонки в мафии и так далее. Это прикольно, когда можно запотеть и что-то сделать. Когда не просто, типа, ты едешь и такой: о, отлично, на 40 секунд быстрее, чем топ-1. Это херня полная. Ачивку не, никакую не дали. А тут несколько гонок, поэтому, я думаю, мы еще потом получим. На крышу замка залететь? Слушай, а давай попробуем. Тут какая-то башня вот слева супервысокая была. Хотя тут вот тоже высоко, давай сюда. Вы серьезно? Вы лишили нас такого приземления? Охренеть. Серьезно, нельзя? Блин. Ну, обидно, я бы сказал. И тут нельзя? Вы что, в смысле, почему? Блин, это обидно, чуваки. Вот в Человеке-пауке было супер угарно какое-нибудь супер высокое здание залезть. В этом есть какой-то свой шарм. Вы прикиньте, прям на этот штырек сейчас сесть. Вообще балдеж бы был. Да, виды топчик. Да, в принципе, я говорю, кроме сайд-квестов и мертвых NPC, остальное это довольно прикольное. Ну, какие-то баги. Вот, а, дуэльные баги тоже, конечно, были. Да, получилось занять первое место в гонке. Получилось, ребят. Заняли первое место в гонке. Там, я правда, сколько там? Мы прям прилично выиграли. Больше, чем 10, чем 1/10.